Он снял мундир военного, чтобы построить успешную логистическую империю. Бизнесмены, которые вышли из военного, они универсальные солдаты. Как Север закалял характер будущего предпринимателя. Достигал высот в совершенно разных направлениях бизнеса. И что отличает бизнесмена Медведева сегодня? Это бешеная энергия. Он сам назовет собственную формулу успеха. Весь вопрос в людях. Владимир Медведев, создатель крупнейшей таможенно-логистической компании Восточной Европы в проекте «Наши бизнесмены». Смотрите в понедельник, сразу после «Панорамы».